Итак, дорогие друзья, мы продолжаем серию наших передач «Необычайные путешествия». В сегодняшней нашей серии мы посетили один из величайших, красивейших парков Калифорнийской области. Йосемити парк. Точнее, в Йосемити парк было ехать далеко, и мы нашли Little Yosemite. Уменьшенная копия. Судя по картинкам, должны быть много живописных мест, водопады, олени, медведи, бегемоты и прочая живность. Да, это не я, это не про меня. Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали прогуляться на территории одного из самых известнейших высших учебных заведений Соединенных Штатов. Это знаменитый Стэнфордский университет. Очень огромная территория, очень много библиотек на территории. И, в принципе, такое очень крутое место, куда приезжают люди на выходные, погулять с семьей. Вот можно посмотреть, тут замечательные парки, пальмы, бассейны. Вот. Ну, собственно, мы займемся тем же самым, погуляем немножко. Иди подальше, отойди от асфальта. Давай. Надо сохранить видео, вдруг будете выступать, мы покажем везде. Давай еще. Come on.
А это жилые корпуса, по-нашему, типа общежития. Столики, зона для отдыха. Круто! Клёво! Давай! Вот такой вот он, Стэнфордский университет. Старинные фонтаны, античные колонны. Университет, в котором все технологические айтишные разработки проводятся. Все древние айтишные айтишники здесь тоже учились. Древние. Со времен Тутанхамона. Товарищ! Кто-то? Барана кусок. Владик, вкусно тебе? А что тебе больше понравилось? Шашлык и мясо. Ням-ням-ням. Костичка, тебе что понравилось? А это вегетарианский обед. Вкусный чай, Влад? Вкусный! Эй, мальчик, а что ты там делаешь? Для чего? Гуляете? Угу, как в океане. Что там такое, Владик, у тебя интересное? А ты где их насобирал? А? Упаковались в
большой автомобиль, согласно купленных билетов, едем праздновать Пасху. Ой, тут у нас самый главный пассажир. Едем в Сан-Франциско праздновать Пасху. Ой, так близко не очень снимает. Вот так вот мы едем и рассказываем вам о нашем необычайном путешествии. Фотографирует белок. Да. А как двери в трамвае закрываются? Еще раз покажи, как в трамвае закрываются двери. Покажи. Как? Так не надо делать. Ну-ка покажи. Покажи, а то я не помню. Покажи. Приехали в городок Google. Вокруг находятся корпуса административные и офисы, в которых сидят, работают сотрудники компании Google. Если посмотреть на карте, то будет видно, что на самом деле очень много корпусов. Несколько тысяч человек работают в этих местах. Все так красиво, сделано для комфортной работы. Люди могут выйти, посидеть за столиками, отдохнуть в обеденное время, позагорать в конце концов. Пройдемся, погуляем. How long will I slide? A separate.
снова наше большое семейство выбралось на природу наслаждаться потрясающими видами необычайно красивого штата Калифорния. На этот раз мы посетили выдающееся озеро. Как озеро называется? Ливерморе? Короче, озеро, которое находится возле городка Ливермор. Печени больше. Прилегающая территория вот так вот оборудована местами для проведения пикников. Специальный персонал тут работает, который жарит шашлыки. Возможно. Очень много оборудованных мест. Это Светка наша. Светка с малолеткой. Ой. Лисичка, сестричка. Сад роз в городе Сан-Хосе. 100-500 миллионов разных разновидностей розочек. Heels up, my chucks so tight. And you got a place in mind, but I say let's improvise. Oh, 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 let's go, oh, oh. Straight down the 405, right past the county line. Put your arm around me now, only got a few more hours. So let's try to make it count while the sun is shining bright. The rays jump in and rush the waves. This world is ours to take, so never let the moment fade. Oh, 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 let go, oh, oh. Just snap a shot right through your shades, put it in a mental picture frame. Put your arm around me now, only got a few more hours. Ты хочешь рыбок покормить? Ну да, ну а вот это. А это японский сад. Красивыми руками. Девочки прогуливаются по Сан-Хосе.